Весной 1938 года над миром нависла тень грядущей катастрофы. В ночь на 12 марта немецкие войска, не встретив сопротивления, пересекают австрийскую границу. Я объявляю немецкому народу о выполнении самой важной миссии в моей жизни, сказал Адольф Гитлер. Теперь, после присоединения Австрии к Третьему Рейху, у фюрера появился плацдарм для броска на восток. События принимают необратимый характер. А на другом конце земного шара, здесь, в Японии, уже разработан план вторжения в Советский Союз. Для Гитлера жизненно необходимо добиться согласованных действий с японцами. В этой ситуации фигура немецкого посла в Токио получает особое значение. Соратники, я счастлив вернуться в Японию, чтобы вместе с вами снова работать, не жалея сил, во имя моего народа, его возрождения и во имя моей Германии. Как национал-социалист и просто как немецкий солдат, я вступаю в эту борьбу с недрогнувшим сердцем. Теперь все изменится. Под моим руководством мы будем работать в 2 раза больше. Я сам буду подавать вам в этом пример. От нас не требуется больше жертв, чем те жертвы, которые принесли для нас предыдущие поколения. Мы должны сплотиться, как и весь германский народ. Когда мы едины, мы не победим. Сегодня вечером состоится прием по случаю назначения нового посла. Ну а теперь мы с вами должны работать. Хайль Гитлер! Я терпелив. Рано или поздно этот тупой солдафон ошибется. Да, но этот солдафон только что очень лихо цитировал фюрера. Да-да. Очень правильные и своевременные слова. Безусловно. Вернемся на приеме. Таким образом, по мнению наших обозревателей, лучшим кандидатом на должность посла Германии в Японии является Эйге Нот. И это мнение, как нам известно, разделяют в Берлине. Кто ему помог? Ну, послушай, в 10 газетах из этого идиота сделали просто героя Германии. Я хочу знать имя человека, который написал эту статью. Сейчас. Отто Ленц. Отто Ленц из Фолькишер Биобахтер. Буду тебе отдельно благодарен. Спасибо. Так что вы говорите, господин майор? Во время Первой мировой войны бои случались на всех океанах, но все же основные сражения проходили на полях матушки Европы. Я думаю, если случится еще одна мировая война, будет то же самое. Если господин майор надеется отсидеться в Японии, то на этот раз у него вряд ли это получится. В этот раз Япония в стране не останется, уверяю вас. Прошу прощения за опоздание, господа. У меня был разговор с рейхсминистром.
Я рад вас видеть и желаю вам приятного вечера. Господа, позвольте мне первому поднять этот бокал. Я хочу выпить за здоровье нашего рейхсканцлера. За его прозорливость. В условиях тяжелейшей политической обстановки, когда Германия все еще вынуждена терпеть позорный диктат Версальского мира, наш фюрер принимает мудрое решение и назначает на передовую дипломатического фронта достойнейшего из нас генерал-майора Отто. За нашего нового посла, за фюрера. Хай Гитлер! Ты прав, Пауль, мы всего лишь солдаты своего полководца. Да, похоже, он сильно испугался. Да, о чем? Неважно. Дамы и господа, я хочу сделать сообщение. Сегодня в качестве посла я сделал свое первое официальное назначение и назначил своим первым помощником Рихарда Зорге. Прошу любить и жаловать. Рихард, подойди, пожалуйста, сюда со своей очаровательной спутницей. Я хочу, чтобы вы стояли рядом. Поздравляю. Ну, ничего себе, это ожидаемый ход. Хочу признаться, я был поражен, просто поражен тем, что сейчас увидел Германию. Это абсолютно другая страна, чем 2 года тому назад. Вся нация готова к войне. Военное министерство упразднено, руководство всеми вооруженными силами взял на себя наш вождь, он теперь верховный главнокомандующий. Ну и у нас с тобой стоит задачка, признаюсь тебе, я получил личное задание Риббентропа. Мы должны сделать с тобой все возможное и невозможное, чтобы Япония стала нашим абсолютным, самым преданным союзником. Япония? В таком великом начинании, господин посол? Как говорил мой дед, нет шнапса, пойдет и пиво. Пойдем, покажу тебе твой кабинет. Вот список подозрительных лиц, которые в день побега выезжали из Токио на мотоциклах. И что вы собираетесь сделать? Там указано допросить и потом установить слежку. Зорге? Журналист? Так точно. Вычеркни. Разрешите узнать, почему? Потому что за него просили. Он известный журналист и важная персона. Даже для Берлина. Я думать не хочу, какой начнется скандал, если мы вызовем его на допрос. Потому что какому-то тупому полицейскому что-то там показалось. Это понятно? Так точно. Дружище, ты куда пропал? У меня есть для тебя новость, которая потянет на полноценный ужин со шнапсом, причем за твой счет. Опять что-то о дислокации русских войск, у тебя же другого не бывает. Я уже об этом писал, Берлин это уже не интересует. Нет, новость совсем другая. По сведениям японской разведки, в случае возникновения пограничного конфликта близ озера Хасан у высоты Чанкун-фын. Это язык сломаешь. Так вот, есть сведения, что русским совершенно нечем оборонять эту высоту, и в случае нападения японцев они, скорее всего, отступят без боя. Ну как тебе это? Во-первых, это уже не новость. Высота Чанкун-фу находится на побережье у Владивостока. Японцы давно на нее целятся.
По моим сведениям, туда уже послана группа геодезистов, у которых есть приказ сделать свою работу как можно скорее. Откуда знаешь? Знаю. Но мне кажется, что японцы блефуют. Так что, извини, твоя новость на полноценный ужин со шнапсом не тянет. Да? Да. А то, что японское правительство наотрез отказалось вести переговоры с Советским Союзом о подписании пакта о ненападении, это тоже, по-твоему, ничего не значит? Ну, вот это уже интересно. Откуда информация? Их. Их. Ну, все, все, выиграл. С меня полноценный ужин со шнапсом. Я твой должник. Рихард, ты не сказал, когда ужин? Вечером, мой друг. Вечером. На советско-манчжурской границе уже не первый год неспокойно. Японские военные проникают на территорию Советского Союза, ведут съемку местности, подключаются к линиям связи, устраивают перестрелки на пограничных заставах. В это время стратегическое сырье поступает в Квантунскую армию из США и Великобритании. Западные державы, стремясь обезопасить себя от возможной агрессии со стороны Японии, подталкивают ее к войне с Советами. Ситуация обостряется до предела в июне 1938 года. Токио выдвигает Москве требования передать Манчжурии западный берег озера Хасан. Крупные военные столкновения на Дальнем Востоке становятся неизбежным. Коньяк. Налей чего-нибудь покрепче. Хасан, говорит, товарищ Рамзай. Так точно, товарищ Сталин. И по косвенным фактам есть основания доверять этому донесению. А нам нужны прямые факты, товарищ Ворошилов. Тем более, что из других источников есть другая информация. Возможно, японцы решили устроить провокацию. Японцы хотят, чтобы мы сосредоточились в районе Хасана, а сами нападут в другом месте. Пусть товарищ Рамзай поспешит с передачей точных данных и документов. Нельзя ему доверять полностью на слово. Но, тем не менее, товарищ Ворошилов, нужно в любую минуту быть готовым достойно принять наших гостей на озере Хасан тоже. Слушаюсь, товарищ Сталин. Отправили товарищу Рамзаю радиста? Приготовили. На днях отправим. Угу. Так точно, товарищ Сталин. Надеюсь, мы можем полностью ему доверять. Можем, товарищ Сталин. Клаузен Анна Матвеевна? Да. Садитесь, пожалуйста, в машину. Что вы
случилось? Не волнуйтесь, все так. Просто с вами хотят побеседовать. Судьба твоей жены, твоя судьба сейчас в твоих руках. Что я должен делать? Встретиться с Зорге, получить от него контакты, ну а затем устранить его. Рихард, дорогой, ты мне очень нужен. Я весь в твоем распоряжении. Зайди к Патрисе, там тебя ждут документы. Подумай, почитай. Мне нужно понять, что за всем этим стоит. Я так понимаю, что речь идет о военном сотрудничестве Японии и Германии? Что ты на это скажешь? То, что и раньше говорил. Это авантюра. Берлин недооценивает силы русских и переоценивает военный потенциал Японии. Я же не скажу об этом министру. Я же это тебе говорю, а не министру. Ты не имею, тебя очень прошу. Работай с документами. Патриция тебе все даст. Я слушаюсь. Мой генерал. Да, вечером мы с женой ждем тебя с Ханако у себя. А что? Жена приехала. О. Прощай, наша холостяцкая жизнь. Да, но мы же найдем способ иногда ее возвращать. О чем ты думаешь? Сама не знаю. Боюсь, что с вами что-то случится. На душе неспокойно. Да. Это не исключено. Красиво. Ничего. А что за праздник? Праздник цветов. Танабатайо. Интересный обычай. Глупый средневековый обычай только. Ну зачем ты говоришь? По-моему, очень красиво. Шума много. Мне стукнуло 18. Пришел свататься сосед. Он работал машинистом поезда. Хороший парень. Все его уважали. Но мне все равно пришлось ему отказать. Ну а почему? А потому что уже в то время я знала, что встречу особенного мужчину. Я долго тебя ждала.
хочу от тебя ребенка. Что-то тут не нравится. Уйдем отсюда. Успокойся. Мы здесь долго не задержимся. Пошли. Добрый вечер. Орехов. Господин посол. Ханако. Добрый вечер. Хочу познакомить тебя с важными военными. Среди них генерал Дейхара. Местные называют его дальневосточным Лоуренсом Аравийским. Крупнейший японский разведчик. Добрый вечер. Генерал Хонзю. Очень рад, я тоже. Командующий Квантунской армией генерал Тользю. Очень приятно. Мне тоже очень приятно. Генерал Дейхаро. Очень приятно. Здравствуйте. Я читал ваши статьи, это очень интересно. Благодарю вас. На каком языке будем разговаривать? На монгольском. Сабайну, верится. Ты что, я пошутил. Я в курсе, что вы говорите на 13 языках. Господин Дейхаро, большой друг Германии. У нашего министра господина Риббентропа родилась прекрасная идея заключить оборонительный союз с Японией для защиты от России. Лет через 10 Советы наберут такую мощь, что мы не сможем им противостоять. А нам очень важно контролировать ее природные ресурсы. Что вы об этом думаете, Зорге? Простите, но я не специалист по России. Жаль. Господин посол, господин генерал, Рихард, мне надо тебе на пару слов. Я прошу прощения, господа. Послушай, у нас в редакции ходят слухи, что фюрер в обход японцев хочет подписать с советами какой-то договор. Ты что-нибудь знаешь об этом? Нет, не знаю. А что за слухи? Издеваешься? Это я у тебя хотел узнать. Но я не слышал. Ладно. Пойду узнаю у Клауса. Ты держи меня в курсе. Угу. Рихард, пойдем, я тебя познакомлю с моей Гельмой. Гельма. Простите. Прости. Познакомься. Мой друг Рихард Зорге. Здравствуйте, Рихард. Здравствуйте, Фработ. Завтра отправляют на фронт. Как на фронт? Как на фронт? Ты же еле ходишь. Рейхсфюреру нужны солдаты. Да не переживай, меня на передовую точно не отправят. Буду где-нибудь там. В штабе писарем сидеть. Там, глядишь, и война закончится. Не закончится. Не закончится. Я просто люблю тебя, не хочу, чтобы ты уезжал. Эйген много рассказывал о своем друге Рихарде. Я счастлив с вами познакомиться, фрау Отто. Прости, Рихард, я познакомлю тебя с супругой премьер-министра. Ты должна с ней подружиться.
почему вы ушли так надолго? Меня утащили болтливые дамы. Я вернулась и не нашла вас. Пошли отсюда. Извините. Что ты здесь делаешь? Зачем ты сюда вошла? Иди сюда. Никогда не трогай. Почему ты сюда вошла? Принесла вам чай. Дверь была открыта. Извините. Прости. Ты же знаешь, я не люблю, когда кто-то входит в мой кабинет. Это кто на фотографии? Это женщина. Это жена посла. А ты что, ревнуешь? Да. Ревную, конечно. Это было очень давно. Другой жизни. Ельман! Ты представляешь? Последнюю секунду освободили от службы. Признали инвалидом. Вот заключение. Ничего не понимаю. Доктор Мельцер. Как говоришь, твою врачиху звали? Корочек. Слушай, да здесь почерк мужской. Вообще, какая разница? Главное, что мы с тобой теперь вместе. Ну что, герой войны, унтер-офицер Зорги, чем намерены заниматься в мирной жизни? Поступлю в университет. Как красиво у вас получается. Прекрасный пейзаж. Спасибо. Вы мне льстите. Но, признаюсь, мне это приятно. Итоку Мияги. Японский художник, коммунист. Имел широкие связи среди высокопоставленных японских военных и получал от них информацию стратегического характера. Оперативный псевдоним – Джо. Похоже, есть план выявить боеспособность советских войск на Дальнем Востоке. А конкретно? Слышу от разных источников, что планируется провокация. А еще вероятнее, что и настоящее полномасштабное наступление. А где? В районе внутренней Монголии. Полковник Танака назначен командующим артиллерией 15-й пехотной дивизии, которую подтягивает граница. Я даже не успел закончить его портрет. Так срочно его вызвали.
Говорит, что там будет очень жарко. По его словам, японцы очень рассчитывают на английскую и американскую помощь в случае, если конфликт разрастется в войну. Да, все сходится. Они затевают какую-то провокацию на Хасане. Об этом сегодня говорили, как о вопросе решенном. И у нас всего неделя, чтобы об этом узнали в центре и успели что-то предпринять. Отлично. Документы и фотографии передаем курьерам через Шанхай, а срочную информацию по рации. Отсюда передавать нельзя. Надо расконсервировать голландца. Спасибо, Рихард. Хоть кто-то заботится обо мне и о поле. Эдит, какого черта? Хотя, конечно, я понимаю, что ты беспокоишься о безопасности группы. Но ты тоже член группы. Значит, я беспокоюсь о тебе. И о вашем сыне. Прости, Рихард. Я просто устала. Я боюсь, что в какой-то момент у меня просто не выдержат нервы. Что будет с нашим мальчиком, если с нами что-то случится? Ну? Я не понимаю, я не сплю ночами. Медит, мы сами выбрали этот путь. Обратной дороги нет. Хозяин дома, который снимал радист, подписал разрешение на ремонт. Поэтому улики пришлось привезти сюда. А это зачем? Мы думали, что, может быть, не нужно. Выбрось. Я сказал подозрительные и необычные вещи. Что в этом подозрительного и необычного? Или в этом? И в этом. Подожди, что ты делаешь? Собери все и разложи по порядку, как было. Это просто газеты. Там нет ни слова от руки. Для чего они? Твое дело приказ выполнять, а не рассуждать. Так точно. Что происходит? Не знаю, не понимаю. Дайте мне время. Хорошо. Ну хорошо. Что ж такое? Будешь ты работать или нет? Есть сигнал? Нет. Не работает. Что-то случилось? Я не понимаю. Не понимаю. Сейчас. Одну секунду, сейчас. Я не обманываю. Черт, что с ней случилось?
что он сказал, что не работает рация. Думаю, что врет. Надо срочно переправлять его в Шанхай и сдавать нашему резиденту. Такой, как он, нам здесь не нужен. Такаги. Но не убивать. Понял. Я здесь! Я вернулась. Ты знаешь, сейчас Поль постоянно спрашивал про тебя. Говорил, когда папа... Рихард. У нас не было другого выхода. У меня очень важная информация. Настолько важная, что можно рисковать нашими жизнями? Если мы сейчас не передадим, погибнут тысячи. Ну, конечно. Что такое жизнь моего маленького сына по сравнению с тысячами? А ты знаешь, Рихард, почему наш сын не живет с нами? Потому что я боюсь приводить его сюда. Я тебе обещаю, это последний раз. Просто становится истеричкой. Она просто мать. И я ее понимаю. Тебе советую тоже ее понять. Начинай. Разойдитесь. Всем отойти. Причина смерти? Яд. Яд на наконечнике Шибу. Шибу? Это что такое? Холодное оружие. В прошлом его использовали ниндзя. Ниндзя? Да. Покажи мне его документы. Thank you.
Откройте, полиция. Откройте дверь. Полиция. Ломайте. Мне пришлось его убрать. Он запаниковал. Не было выхода. Если бы его взяли, он мог всех выдать. Вещи совсем новые. Наверное, собирался вернуться. Или убегал в большой спешке. Это что такое? Паяльник? Да. Еще канифоль и олово. Что это за провод? Я поднимался наверх. Там один провод для антенны, второй электрический. Похоже, он был радиолюбителем. Там все осмотрел? Да, господин лейтенант. Отпечатки пальцев везде стерты. Продолжайте. Проводите обыск так же тщательно. Я из полиции. Мне нужно задать вам несколько вопросов по поводу вашего соседа. Мы не знакомы. Ваши окна выходят в его двор. Вы должны были что-нибудь заметить. Что вы можете о нем сказать? Вел он себя прилично, здоровался. Он был каким-то замкнутым. К нему вообще никто не ходил? Никто. Правда, несколько раз приезжал какой-то мужчина на мотоцикле. На мотоцикле? Можете его описать? Лет 40. Европеец. Высокий. Да я не особо приглядывалась. А пару дней назад наведывались трое. Один такой низкорослый, неприятный. Опасный. Как выглядел тот иностранец? Точно не скажу. Не знаю. Они все одинаковые. Не этого ли человека вы видели? Может, и он. Он был в очках для мотоциклистов. Не знаю, чем еще помочь. Мне больше нечего сказать. Я пойду, а то холодно. Ну что же, спасибо вам. Хромал. Он хромал, как и вы. Точно так же. Большое спасибо. Вечером 29 июля японцы неожиданно перешли границу в районе озера Хасан. Части 1-й краснознаменной приморской армии получили приказ отбросить японцев за пределы нашей государственной границы. 6 августа, 20 часов. Приказ выполнен. Агрессоры выброшены за пределы нашей страны. Думаю, поражение на Хасане будет большим уроком для японских милитаристов. Так точно, товарищ Сталин. Я думаю, что группа Рамзая неплохо поработала. Может, представим их правительству на награде? Я думаю, все мы работаем на одну цель, товарищ Ворошилов. Каждый на своем месте. И не надо приписывать наши победы одному человеку. У вас все? Так точно. Можете быть свободным. Есть. Товарищ Сталин. Да, Клим. А вы помните, Зорги просил прислать ему радиста Макса Клауза на месте жены? Он не просил, он требовал. Товарищ Берия, ваши люди допустили самоуправство.
Они взяли и арестовали жену Макса Клауза. И резидент в Хельсинки прибыл один. Угу. Мы, конечно, знаем, что она жена бывшего финского офицера. Но мы ведь ее 100 раз проверяли. И Зорге настаивала, чтобы они с Максом прибыли вместе. У вас недостоверная информация, товарищ Ворошилов. Анна сама отказалась ехать. Вот ее заявление. А этот Клаузен уже встретился с Рамзаем? Он на пути в Японию. Ну вот и прекрасно. Да все будет хорошо. Когда строишься, тебя найдет наш человек. Как я его узнаю? Он передаст привет от жены. Просто передаст. Пароль будет «Привет от Анны с острова Ява». А отзыв будет таким. На острове Ява отличный табак. Курите? Нет, не курю. Вредно. Пароль запомнил? Да. Устранишь Рамзая, отправим тебе жену.